самом деле, всегда существовало такое понимание, что нельзя оглядываться. Нельзя оглядываться назад, потому что это возникает все депрессии, все пустоты. Возникает, что человек оглядывается, начинает ностальгировать. Был такой, если вы помните, Дэйв Карнеги, да? У него прям такая теория, находиться в отсеке сегодняшнего дня, не оглядываться назад. Вот это вот психологи ухватили. Как психолог, наверное, на каком-то отрезке времени. Он рассуждал верно, чтобы дать человеку какое-то временное убежище, то вполне возможно, что такие, когда человек находится в особом критическом состоянии, он не в состоянии тебя слушать ничего, ты его должен до чего-то стабильного довести, чтобы после этого уже начинать с ним работать, то, очевидно, он был прав. Я не убираю, я знаю его немножко теорию. Конечно, в наше время это уже не работает, это все уже отошло, эгоизм уже поднялся выше этого. Человек не может находиться в отсеке. Нет, мы уже не можем сегодня что так будет, что заниматься с успокоением таким. Нет, ты можешь, ты все можешь, ты достигнешь, или удовлетворись тем, что есть. Это все теории, которые работали раньше, сегодня уже ничего не работает. Человек успокоиться не сможет. Нет. Не сможет. И никто его не успокоит. Ты же видишь, что происходит с Китаем, что произошло с Японией, что происходит с Индией. Ты видишь, поднимаются огромные массы. Когда-то они жили, достаточно было стакана риса в день. Да. Сейчас деньги, деньги, ничего другого. Ты посмотришь в течение 5 лет, как это все закончится, и что будет дальше, это просто огромный крик. А что за деньгами? Понимаешь, и мы вдруг увидим 1 миллиард людей, и Китай вместе с Индией, это 3 миллиарда. И куда они пойдут? Ты представляешь, вот, вот этот эгоизм, когда он выйдет из рамок животного и потом богатства, то это просто непредсказуемо, какие мы обнаружим в человечестве огромные раскрытия этих потенциальных эгоистических залежей. То есть вы считаете, что заканчивается время успокоительных практик, да? Вот этих вот. Они сами не смогут в этом оставаться. У них все эти теории ведь построены на том, чтобы человека уравновесить, успокоить. Благодаря этому миллиарды людей существуют. Подавить эгоизм. Да, ведь ты посмотри, 1 миллиард людей на одном клочке, вот так вот, в относительно таком обществе друг другу, терпимом. Это все взрывом перейдет за несколько месяцев в состояние, которое будет полно ненависти. Остановить невозможно. Тогда вот сейчас требуется вопрос, что делать? Что нельзя делать? Так оставить? Ничего, ты вдруг обнаружишь 3 миллиарда человек, 2 сверхдержавы, напичканные там огромным эгоизмом, атомом и всеми прочими делами, с ракетами. Они оскаленные друг на друга? Нет, почему? Вообще весь мир вот так вот. Крики такой. Да, там еще Латинская Америка поднимется немножко, все-таки добавит к этому, и мы получим в итоге мир, который ну просто не сможет дальше существовать, только если найдет методику взаимной связи.